Перед вами красивая и молодая девушка Россю ван Инкхоф Орнес. Ей 19 лет. У нее впереди долгая и замечательная жизнь. У нее есть замечательная семья, которая ее любит, и хорошие друзья. Также у Россю есть молодой человек Антонио Хосе Хурада, который очень любит ее. В своей семье она младшая из трех детей. У нее есть старший брат и сестра Гильермо и Роза. Девушка родилась в городе Михас в провинции Малага в Испании, который расположен на побережье Коста-дель-Соль, что переводится как «солнечный берег» или «берег солнца». В детстве девушку описывали как маленького ангелочка. Она старается во всем видеть только хорошее. Она расслабленно относится к жизни и всегда находит решение своих проблем. Привет, интернет! Меня зовут Виолетта, и я рада приветствовать вас на своем канале «Тайное место», на котором я рассказываю вам разные детективные истории. Прежде чем мы с вами погрузимся в новую и интересную историю, я хотела бы поделиться с вами одной хорошей новостью. Сегодня по почте мне наконец-то пришел петличный микрофон, и я надеюсь, что теперь качество звука в моих видео будет лучше. Я знаю, что звук в моих предыдущих видео оставлял желать лучшего, но тогда у меня еще не было микрофона, и мне приходилось полагаться только на встроенный микрофон в моем телефоне. Но теперь я надеюсь, что все изменится. Сегодня мы с вами отправимся на побережье Испании, чтобы разобраться в одном самом сложном, громком и очень запутанном преступлении. Но прежде чем мы с вами окунемся в эту загадку, я бы хотела попросить вас поставить лайк на это видео и подписаться на меня. Так вы поможете мне с продвижением моего канала. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Ну что, господа детективы, вы готовы распутать эту сложную криминальную историю? Если да, то мы с вами погружаемся в ритм Испании. Россио родилась 9 ноября 1979 года. Ее отец, Вильям ван Инкхоф, был гражданином Голландии, а мать, Хилария Алисия Орнес, родилась на юге Испании, в деревушке Аройо-дель-Оянко, в провинции Хаэн. Алисия Орнес родилась 2 декабря 1950 года. С раннего возраста она помогала своему отцу собирать оливки. Позже она зарабатывала на жизнь тем, что убирала номера в отеле на Ибице. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем Вильямом. Они поженились, когда Алисии было 24 года. Вскоре в их семье родился первый ребенок, мальчик Гильермо. А через какое-то время родилась девочка, которую назвали Розой. Последним ребенком была Россио. Россио любила играть в футбол в женской команде. У нас была большая девичья команда, и Россия была с нами с самого начала. Не сказать, чтобы она так уж увлекалась футболом, но ей нравилось тусоваться с нами, а потом она полюбила футбол. Она играла под 6-м номером, это был ее любимый. Она была веселой. Всегда была готова повеселиться. Да. Друзья Россию говорили, что девушка всегда улыбалась. Была доброй, веселой и отзывчивой. Никогда ни на кого не обижалась и не злилась. В 1983 году Алисия ушла от своего мужа, который проявлял к ней физическое насилие. В 1982 году, когда Орнес еще была замужем за Вильямом, у нее завязались романтические отношения с женщиной Долорес Марией Васкес Маскиро по прозвищу Лоли. Алисия и Долорес целый год скрывали свои отношения. Но затем Алисия приняла решение развестись с мужем. После развода Вильям ван Инкхоф вернулся в Нидерланды, а Алисия и Долорес
Вместе купили дом в городе Михас, провинция Малага. Однако в контракте на покупку жилья Долорес Васкес была указана как единственный владелец дома. После развода Алисия Орнос получила законную опеку над детьми. И хотя Алисия и Долорес не оформили свои отношения, вступив в брак, они жили вместе и вместе воспитывали детей Алисии. Дети считали, что у них две матери, и когда они учились в школе, то часто подписывались как Васкес Орнос вместо своей официальной фамилии Ванингхоф Орнос. Так были подписаны даже личные дневники Рассио. Дети любили Долорес и жили в семье полной любви и взаимопонимания. Долорес очень поддерживала Алисию после развода. Утешала ее, помогала ей с детьми, забирала их из школы, готовила еду. Фактически, она вырастила детей Алисии, ведь их отношения длились 11 лет. Однако в 1988 году Долорес и Алисия решили порвать любовные отношения спустя 6 лет совместной жизни. Но они продолжали жить вместе до 1994 года, но уже просто как друзья. Затем пара окончательно рассталась, разделив имущество. Алисия Орнос после этого переехала в новый дом и вскоре начала новые отношения с мужчиной испанского происхождения Хуаном Сирильо. Жизнь Алисии вновь наполнилась любовью и новыми красками. Их жизнь была семейной идиллией. У Алисии Орнос были уже подросшие дети, а рядом любимый мужчина. Но произошло событие, которая разрушила не только счастливую жизнь этой семьи, но и посеяла страх и панику во всей стране. 1999 год. В городе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль проходит ежегодная уличная ярмарка, где можно приобрести практически любой объект. В это время на ярмарке очень весело. Работают аттракционы развлечений. Вокруг полно народа. На ярмарке была палатка с музыкой хэви-метал, а прямо рядом со входом на ярмарку была зона с аттракционами для детей, а также палатки, где можно было поесть и потанцевать. Задняя часть площадки была для молодежи. Они установили прямо возле реки 4 палатки. И мы, как обычно, пили там коктейль калимоча. Много калимоча, хэви-метала и рока. Было здорово, всем было весело. 9 сентября Рассио ушла из дома около 17:30, попрощавшись с матерью и старшей сестрой Розой. В этот день она собиралась вместе со своим парнем Антонио и своими друзьями отправиться на ярмарку Фуэнхирола. Дом девушки находился в районе Ла Кортиера, всего в полукилометре от дома Антонио. Рассио пробыла у него дома до половины 10 вечера и решила ненадолго вернуться домой, чтобы принять душ и переодеться. А уже потом встретиться со своим молодым человеком и друзьями на ярмарке. Странно то, что молодой человек не вызвался проводить девушку до дома. Ведь ее путь проходил через холм. Вокруг были поля, а на улице уже было темно. Обычно, если девушка возвращалась домой поздно вечером, то обычно домой ее отвозил ее молодой человек. Или ее забирали ее мать, или старшая сестра. Но в тот день девушка почему-то пошла домой одна. Но до дома она так и не дошла. Антонио Хурада в тот день тоже не пошел на ярмарку, так как после ухода девушки он уснул. 9 сентября друзья, как обычно, собирались встретиться у палаток. В тот вечер мы собирались встретиться у палаток. Я помню, было около 10 часов. Несколько человек из нашей компании ждали ее. Но прошло несколько часов, а Россию все не было. Она так и не пришла. Мы ждали, но она не пришла. На следующее утро Россию не вернулась домой. Сначала Алисия не переживала, полагая, что ее дочь могла остаться ночевать у Антонио или у кого-то из друзей. Но когда она и позже не вернулась домой,
Алисия забеспокоилась. Тогда Алисия вместе с Хуаном Сирилью отправились искать дочь. Когда они шли, мать Россио увидела на дороге большое пятно крови, как будто убили какое-то животное. Она сказала об этом Хуану. Сначала они не придали этому значения, но когда подошли ближе, то Алисия увидела кроссовки. Это были кроссовки ее дочери. Я подошла поближе и увидела кроссовки своей дочери. Я сказала, это кроссовки Россио. А он ответил, не может быть. Я сказала, нет, это кроссовки моей дочери. Со мной тогда случилась истерика. Я сказала, звони в полицию, это ее кроссовки. Они позвонили в полицию. Было подано заявление о пропаже девушки. Длинные волосы, карие глаза. В день исчезновения Рассио была одета в белую футболку фирмы Nike и фиолетовые брюки. Когда подали заявление о ее пропаже, нам позвонил судебный следователь и сообщил, что необходимо провести криминалистическую экспертизу на предполагаемом месте преступления, и нужно наше присутствие. Сразу было понятно, что там произошло что-то такое, из-за чего пролилось много крови. Мы предположили, что имело место нападение или драка, в которой кому-то поранили нос или рот. Возможно, даже это была драка с поножовщиной. Чем дальше мы шли по следу, тем больше было пятен крови. Длинные цепочки пятен. Это значит, что кто-то передвигался очень быстро. Может, даже бежал. Затем следы крови пропали. А потом мы заметили очень большое пятно, что указывало на значительную кровопотерю. А мы находили все больше кровавых следов, которые, когда кто-то тащит окровавленное тело. Дальше мы обнаружили отпечатки автомобильных шин. И в этом месте следы крови пропали. Мы попытались определить марку шин и выяснить модель автомобиля. Мы нашли окровавленный кусок ткани и кроссовки, которые опознали как обувь, принадлежащую жертве. Также был найден сигаретный окурок, марка которого не была распространена в Испании. Криминалисты собрали все образцы, которые хоть как-то могли помочь в ходе расследования. А ДНК с образцов должны были помочь найти того, кто был на месте преступления. На основе этих данных было проведено тщательное расследование. На следующее утро друг Рассио узнал в новостях, что девушка пропала и уже ведутся поиски. Он вызвался быть добровольцем в поисковом отряде. Я уже не помню, кто мне сказал, что Россия пропала. В тот самый вечер, когда мы собирались встретиться. Но помню, как утром включил новости и по радио сказали, что Россия Ванинхоф пропала. Я был в шоке. Я расплакался. Начальник спросил, что с тобой? Я сказал, это моя подруга. Он спросил, в чем дело, что случилось? Тогда же я выяснил, что в Локало местная полиция вместе с медработниками уже вовсю ведут поиски. Поэтому я спросил начальника, можно ли мне присоединиться к поисковой группе вместе с нашими друзьями. Полиция, соседи и почти 1000 человек участвовали в поисках Россио. Добровольцы прочесывали местность пешком, на мотоциклах, поднимались на холмы. Все очень хотели найти девушку, но в то же время боялись найти ее мертвой. Для всех это было очень тяжело. Добровольцы, объединившись силами гражданской обороны и полиции, прочесывали местность пешком, на мотоциклах, поднимались на холмы. Искали хоть что-нибудь. Но это было как искать иголку в стоге сена. И мы все были на грани, думая, а если я на самом деле сейчас найду ее? Вдруг я сейчас подниму крышку люка и найду ее? Что если я загляну вон за то дерево? Что если... Было очень тяжело. Повсюду расклеивали листовки с фотографиями молодой девушки. На всех каналах, во всех новостях рассказывали о ее пропаже. Семья активно сотрудничала с журналистами. Ведь пока о Рассио говорят, они не забудут. Возле дома Рассио Ванинкхоф собрались журналисты почти со всех телеканалов. Все хотели, чтобы девушка вернулась домой, чтобы она нашлась.
Прошло уже 3 недели с момента ее исчезновения. Я помню, мы ездили на поиски с коллегой. Мы припарковали наш фургон возле дома Алисии Орнес. Люди то и дело приходили и уходили. Каждые 5 минут семья выходила, чтобы поговорить с журналистами. Если никто не будет говорить, если все будут молчать, люди просто забудут. Но, как видите, здесь все журналисты, представители разных газет и со всех телеканалов приехали. Только так мы не дадим об этом забыть. Я хочу, чтобы ее вернули. Я хочу, чтобы она вернулась, живая или мертвая. Все были опечалены и расстроены. Было пролито много слез. Родные не находили себе места. Эти чувства быстро распространялись. Их испытывали не только родные и близкие девушки. Волонтеры, участвовавшие в поисках, ее друзья из колледжа и все соседи испытывали схожие чувства. Это было общее настроение. Настроение всеобъемлющей, всепроникающей печали. 25 дней спустя, после исчезновения Расю Ванингхоф, было найдено тело, возможно, принадлежащее ей. Тело было спрятано за изгородью, отделяющей жилую застройку, которая была всего в 200 метрах от шоссе на Лакаль-де-Мью. Это была узкая тропа, по которой едва ли можно было проехать на машине. Девушку искали возле своего дома, а она была в 20 километрах, в другом городе. Когда на это место прибыла полиция, то они обнаружили, что тело очень сильно разложилось. Возможно, этому способствовала жаркая погода. Во время сбора улик были найдены большие черные мешки для мусора, в которых лежала одежда девушки. Обнаружив одежду, следователи пришли к выводу, что одежда могла принадлежать этой девушке, Россио Ванингхоф. На вскрытии присутствовало 5 судмедэкспертов. 6, включая меня. Мы сделали это почти тайно, чтобы не устраивать шоу для СМИ. Во время вскрытия мы старались никуда не спешить. Мы работали всю ночь, используя все наши знания и навыки, поскольку знали, какой интерес СМИ проявляют к этому делу. Мы знали, что от тела, с которым придется работать, мы получим гораздо меньше информации, чем от тела, разлагавшегося с нормальной скоростью. Но при такой влажности воздуха в условиях дождя и жары разложение происходит гораздо быстрее. Ни один орган не сохранился. Проще говоря, у нас были только кости. Значит, надо было найти что-то еще, что могло бы помочь следствию. И рассказать нам, каким образом произошло нападение. Мы обнаружили многочисленные близко расположенные раны, в основном на спине трупа. Насколько я помню, там было 8 колотых ран, нанесенных неким оружием с односторонним лезвием. Какие выводы? Это было очень жестокое нападение. И все совершенно определенно произошло очень быстро. Потому что, судя по всем признакам, жертва была либо полностью обездвижена, либо просто не успела среагировать. На похоронах Расио присутствовало очень много человек. Журналисты постоянно вели съемку, несмотря на чужое горе. На тот момент все родные Расио и все жители города жили в страхе. Этот страх подпитывал многочисленные телепередачи, освещавшие подробности дела. На пластиковых пакетах, которые нашли там, где было обнаружено тело, нашли отпечатки пальцев. У полиции уже были отпечатки пальцев и отпечатки автомобильных шин. Также на теле Расио Ванингхоф нашли 2 образца ткани. На тот момент было еще слишком мало улик, которые привели бы к аресту конкретного подозреваемого. Но у следствия имелись некоторые улики, данные и версии, которые рассматривала гражданская гвардия. Общественное давление было очень велико, и следователи были просто обязаны найти хоть что-то, но не находили. Из-за того, что тело Расио сильно разложилось, невозможно было установить основные детали. Например, выяснить, подверглась ли девушка сексуальному насилию. Следователи пришли к одному из заключений, когда увидели труп девушки с раздвинутыми в стороны ногами. Так как ноги жертвы были раздвинуты слишком широко, они сочли, что это была постановка. То есть преступник обставил все так, чтобы это выглядело как сексуальное насилие.
Поэтому они исключили мотив сексуального насилия и последующего убийства и сосредоточились на убийстве, мотивом которого была месть и ненависть. Это было очень эмоциональное нападение, а это значило, что напасть на девушку мог кто-то из очень близких ей людей, который, возможно, был очень сильно на нее обижен. Начали допрашивать близких знакомых Россию Ванингхоф. В первую очередь, следователи допросили ее парня, Антонио Хурада. Ведь всем известно, что в таком случае обычно подозревают мужа или жену. Или, как в данном случае, молодого человека. Особенно, если учесть, что он был последний, кто видел девушку живой. Также допрашивали всех родственников и друзей Россио. Но у всех было твердое алиби. Через год после смерти Россио Ванингхоф гражданская гвардия смогла сократить количество подозреваемых до трех, среди которых были двое мужчин и одна женщина. Ближе к концу года они нашли подозреваемую, на которую указывали все признаки. Подозрение следственной группы пало на женщину, которую одна из свидетелей видела, вонзающий нож в фото Россио. Это уже само по себе настораживает. Похоже, полиция наконец начала приближаться к поимке убийцы Россио Ванингхоф. Были озвучены имя и фамилия. Может быть, вы уже догадались, на кого пало день подозрения? Этим человеком была... Долорес Васкес. По всем каналам журналисты, конечно же, рассказывали о том, что близкой подруге семьи было предъявлено обвинение в убийстве Россио Ванингхоф. Сама Алисия говорила, что когда ей сообщили об этом, она была ошеломлена. Я никак не могла заподозрить. Она поддерживала меня во время развода, помогала с детьми, забирала их из школы, подвозила, умывала, готовила еду. Она тогда очень помогла. И хотя против Долорес не было абсолютно никаких доказательств, благодаря СМИ все стали считать эту женщину виновной. Ей вслед кричали «Убийца!». Завидев ее, тыкали пальцами. «Куда вы ее везете?» Убийца! 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 Близкая подруга Алисии. Близкая подруга семьи. Долорес Васкес, подруга семьи. Она была лучшей подругой матери России. Она видела, как девочка растет. Она была для нее как вторая мать. Они купили дом в Михасе и начали новую жизнь вместе с тремя детьми Алисии. Долорес Васкес была близкой подругой Алисии. Как это часто бывает, журналисты исказили и даже придумали информацию, якобы Алисия с самого первого дня обвиняла Долорес в смерти своей дочери. Но на момент совершения преступления их отношения уже 4 года как закончились. Алисия говорила, что она никогда и никого так сильно не любила, как Долорес. «Я в жизни своей никого так не любила. Правда. Она всячески поддерживала меня. Она меня утешала. Я очень сильно ее любила». Расследование сосредоточилось на Долорес. Теперь в деле появился мотив. Молодая девушка могла являться помехой или каким-то иным способом мешать романтическим отношениям двух женщин. Все говорили, что если бы не Россио, то Алисия бы вернулась к Долорес. Якобы так Долорес отомстила Алисии за то, что она не хотела возвращаться к ней. Так говорили люди. В глазах СМИ и общественности Долорес Васкес была виновна с самого момента ареста. Хоть женщина ни в чем и не призналась, жители были уверены в ее виновности главным образом потому, что полиция считала, что убийцей был кто-то из близких людей. А Долорес могла сфальсифицировать улики, чтобы помешать следствию. Это событие стало темой обсуждения почти на всех телеканалах. Члены семьи утверждали, что Долорес агрессивная и жестокая женщина, к тому же очень ревнивая. Алисия рассказывала журналистам, что Долорес была мстительным и жестоким человеком. «Это преступление, это событие.
и стала горячей темой для обсуждения на многих телешоу. Прежде всего по той причине, что некоторые его аспекты действительно затрагивали множество различных социальных проблем. В первую очередь, конечно, речь о лесбофобии. Язвительная, агрессивная, расчетливая, хладнокровная и расчетливая женщина. Персонаж начинал обретать форму. Злобная, бессердечная женщина. Женщина, которая 4 года выжидала, в итоге придумала план убийства России Ванинков из чувства ненависти. Именно так характеризовали Долорес Васкес. Когда с момента ее ареста прошло 3 года, над ней начался суд. Возле здания суда собралось огромное количество людей. Все это просто походило на цирк. Люди хотели попасть в здание, следить за процессом и не упустить ни секунды. Они могли стоять на улице по 4-5 часов, только для того, чтобы попасть в здание суда и увидеть все собственными глазами. Судебное разбирательство превратилось в развлечение. Люди следили за судом только из-за того, что им нечем было заняться. Я буду следить за судом. Я пенсионерка. Мне все равно нечего делать. Долорес Васкес была той женщиной, которая никому не нравилась. Поэтому у нее практически не было шансов на суде. Она не была дружелюбной или милой. Она была лесбиянкой. И, конечно же, в это время была сильно распространена лесбофобия. В рамках этого дела битва шла не только в здании суда, но и на улицах, где в него была вовлечена общественность. Вся информация, особенно те слухи, которые раздули СМИ, не могла не оказать влияния на мнение суда присяжных. Ведь на всех телеканалах, почти во всех телешоу говорили о том, что именно Долорес Васкес была виновна в смерти Россио Ванинков, а также вся та информация, которую репортеры искажали. А как говорится, повтори ложь 1000 раз, и она станет правдой. Против Долорес Васкес не было абсолютно никаких улик. Но, видимо, правосудие просто решило, что кто-то должен сидеть за это в тюрьме. И выбрали жертву, у которой было сомнительное алиби, а также куча недостатков, которые автоматически делали из нее козла отпущения. Вдобавок ко всему, Долорес ни в чем не призналась. Это стало еще одним поводом для судебного разбирательства, поскольку все считали, что если она молчит, значит ей есть что скрывать. В суд вызвали более 50 человек для дачи показаний. Сегодня утром в суде показали репортаж телеканала «Информа Семиналь», где один из членов гражданской гвардии заявляет, что против Долорес Васкес нет никаких прямых улик. Мы будем продолжать расследование и сделаем все возможное, чтобы выяснить, что именно тогда произошло. Потому что на данный момент ничего не известно наверняка. Даже каким образом... У нас есть версии, но как было на самом деле, мы не знаем. Но похоже, что суд не принял его слова во внимание. В Испании очень плохая судебная система, которая часто перешагивает через закон. Испанские обвинители и следственные судьи готовы ради доказывания собственных теорий перешагнуть через закон, человеческую судьбу. Абсолютное пренебрежение законом. Вещественных доказательств не было. Поэтому в отчете гражданской гвардии были описаны только косвенные улики, которые указывали на Долорес Васкес, и составлен ее психологический профиль. Основным доказательством вины называли ненависть, которую Васкес испытывала к Россио. Вы утверждали, что часто ссорились с Россио, потому что были очень похожи. Вы обе были одинаково упрямы. И все хотели делать по-своему. Да, сэр, но это не означает, что мы ссорились. Или что мы с Россией не любили друг друга или вечно ругались. У нас с Россией были хорошие отношения, даже лучше, чем с ее матерью и остальной семьей. Было одно примечательное событие, которое запомнила домработница Васкес. Эта домработница была родом то ли из Украины, то ли из России. Долорес взяла кухонный нож и начала наносить удары по фотографии Россио. Васкес объясняла это тем, что ее домработница плохо знала испанский.
И поэтому она взяла нож, чтобы показать, что Россию убили. Долорес не видели на месте преступления. Следы шин не совпадали с ее машиной, на которой она ездила. Найденные волокна ткани не совпадали с одеждой Васкис. Также не совпадали и отпечатки пальцев, найденные на мусорных пакетах на месте преступления. И также у нее было алиби. Она утверждала, что в тот день сидела со своей больной матерью и в то же время присматривала за своей маленькой племянницей. Но это не приняли во внимание. Одно замечание, которое повторяли все, кому не лень, звучало так. Она ничего не говорит, значит, это точно она. Ведь она не выражает раскаяния. Она не возмущается, что это несправедливо. Подобные вещи всегда оказывают влияние на присяжных. А то, что Долорес Васкис была лесбиянкой, стало поводом для нападок на нее во время суда. Это был способ показать, что Долорес вписывается в профиль и могла убить Россию Ванингхоф. Я не убивала Россию. Я даже не видела Россию в тот день. Все, о чем я прошу вас, прошу всю Испанию, ведь обо мне так много говорили, это найти того, кто это сделал, потому что это была не я, а тот, кто это сделал, еще на свободе. Может, даже среди вас в зале суда. Против меня никогда не было никаких улик и не будет, потому что я невиновна. Суд присяжных большинством голосов признал обвиняемую Долорес Васкис виновный в совершении убийства. Я сейчас вижу вон там прокурора по этому делу. Может, нам удастся с ним поговорить? Что вы думаете о вынесенном приговоре? Ваше первое впечатление. Я рекомендовал 15 лет, так что 15 лет и один день неплохо. Убийца! Долорес Васкис должна была провести в тюрьме 15 лет. Но восторжествовало ли правосудие? Это было 14 августа, последний день ярмарки. На следующее утро родители 17-летней Сони Карабантес заявят в полицию об исчезновении дочери. Они позвонят ее друзьям, но те скажут, что проводили подругу до двери дома. Но Сони нет дома. Я вышла на улицу, огляделась и увидела... Через три двери от нашего дома, прямо рядом с деревом, ее обувь, ее сумочку и ее телефон на земле. На машине моего мужа были следы крови, и на соседской тоже. Знакомая ситуация, не находите? Но если подозреваемая уже почти полтора года сидит в тюрьме, то неужели полиция ошиблась? И в тюрьме сидит невинно осужденный человек. Власти уже расследуют происшествие и делают первичные запросы. Родители Сони Карабантес поженились в Коине. Потом они перебрались в Швейцарию. Там у них родились трое детей, включая Соню. Семья прожила в Швейцарии 15 лет. А когда двое старших детей окончили школу, Соня захотела вернуться в Испанию. В Испании у Сони были друзья, ведь семья приезжала сюда в отпуск. И к тому же у девушки здесь оставались кузены. Соня планировала окончить школу в Испании, получить аттестат. Время шло, и отчаяние все больше охватывало семью. В окрестностях велись поиски, но пятна крови на одежде Сони не оставляли надежды на благополучный исход.
В деле Сони Карбантес фигурировали осколки автомобильной фары. Я точно знаю, что офицеры гражданской гвардии наводили справки по всем автомастерским Малаги в поисках подходящей под описание машины с разбитой фарой. Мы вели расследование в нескольких направлениях. Например, расследовали целый ряд изнасилований, совершенных Паттером Алинасом и Бен Альмаденой. Еще мы изучали возможную связь с исчезновением девушки в Матриле, поскольку у обеих девушек был довольно похожий типаж. Кроме того, учитывая, что все жертвы пропали во время ярмарки, мы начали проверку всех сотрудников ярмарки, которые работали в Матриле или Койне. Так же, как и в случае с Россио, повсюду были развешаны листовки с изображением Сони. Очень много людей участвовало в ее поисках. Они очень активно помогали полиции, не только жертвуя своим временем, но и оказывали любую помощь, необходимую для поисков. Помимо этих поисков, свое расследование продолжала и гражданская гвардия. Главной задачей было найти девушку живой. В полдень, на пятый день после ее исчезновения, возле Койны нашли тело, но еще не было подтверждения, что оно принадлежит Соне. Ее нашли? Люди из Мадрида говорят, что ее нашли, но пока это еще не подтвердили. Но кого-то нашли, да. Но где? Пока неизвестно. Надо скорее бежать. Они звонили из Мадрида. Тело Сони обнаружили в ручье. Оно было завалено камнями. За ночь до этого прошел сильный дождь, который смыл все следы, которые могли помочь полиции в обнаружении преступника. Тело Сони нашли с помощью поисковых собак. В день своего исчезновения Соня была на ярмарке в Койне. Она попрощалась с друзьями в нескольких метрах от своего дома, и там же на нее напали. Судя по всему, преступник несколько раз ударил ее, из-за чего она частично потеряла сознание, и она не смогла отбиться, потому что нападение было внезапным и жестоким. Затем он увез ее на машине в отдаленное место за 11 километров от дома. Были нанесены как внутренние, так и внешние повреждения, а затем девушка была задушена, что и стало причиной смерти. Все были в шоке от этой ситуации. Девушки боялись выходить из дома, ходить на ярмарки, на вечеринки. Постоянный страх витал в воздухе не только в Койне, но и в соседних городах. Мне это не нравится, у меня две племянницы и дочь. Да, я немного обеспокоен. Говорят, это может быть кто-то из ее близких, потому что ее нашли недалеко от Каина. Мы не знаем, кто он, но он еще разгуливает на свободе. У меня тоже есть 15-летняя дочь. Я очень переживаю. Благодаря тому, что Соню очень быстро нашли, была возможность собрать все улики и проанализировать результаты судмедэкспертизы. Полковник Пака Габелла сообщил, что на теле Сони Карабантес были обнаружены некоторые улики. Биологический материал был проанализирован, после чего внесен в полицейскую криминальную базу данных ДНК. Были получены совпадения. Может быть, вы уже догадались, с чем именно? С генетическим материалом, обнаруженным на сигаретном окурке, который был найден на месте преступления в деле Россио Ванингхоф. Когда сравнили два образца ДНК, то обнаружили, что они идентичны друг другу. Человек, убивший Россио Ванингхоф в 1999 году, и тот, что напал на Соню Карабантес, оказался одним и тем же человеком. Новость была невероятной. Ведь получается, что осужденная за первое убийство Долорес Васкес сидит в тюрьме, то настоящий преступник все это время спокойно разгуливал на свободе. Понемногу пазл начал складываться. Окурок английской марки и частички кожи под ногтями жертвы, ДНК с обоих улик, принадлежит одному человеку. После этого события начали развиваться очень стремительно. К
К тому времени Долорес Васкес провела уже почти полтора года в тюрьме. И теперь был вопрос, помогут ли найденные улики ее оправдать? Как раз когда наше расследование застопорилось и зашло в тупик, нам позвонили с полицейского участка Фуэнхиролы и спросили, не мог бы я приехать к ним, потому что некая британка чилийского происхождения очень хочет сообщить нам какую-то информацию. Я познакомилась с Тони в 96-м году. Я знала его как Тони Кинго, он мне так представился. Я с самого начала очень мало знала о нем. Он неохотно говорил о своей жизни. Когда мы познакомились, он был очень ревнив. Он всегда стремился меня встречать, водил то туда, то сюда. Все думали, что он такой милый и защищает меня. И я тоже. Я думала, какой он славный. Он так заботится обо мне. Значит, он просто такой человек, всегда готовый поддержать. Мы начали встречаться, и через 5 месяцев я забеременела. Не знала, что делать, и рассказала все ему. В итоге, когда родилась Сабрина, мы пошли и поженились. А потом переехали в Испанию, поближе к моей сестре. Это был сентябрь 97-го года. В Испании Тони начал вести себя подозрительно. Постоянно врал мне, начал где-то пропадать, терять телефоны, разбивать машины и все в таком духе. Я постоянно говорила своим родным, с ним что-то не так, не знаю, что именно, но что-то явно не так, и мне неспокойно. Я думала, надо быть настороже, потому что он меня пугает. Но я не понимала, почему, просто чувствовала. Помню, в тот вечер я сидела дома вместе с Сабриной, своей дочкой. Тони попросил машину у друга. Куда-то уехал, но потом вернулся. Время было позднее, и он сразу пошел в ванну. И он просто заперся в ванной надолго, а потом вышел и снова куда-то уехал. Что мужчина так долго делал в ванной? Может быть, смывал с себя следы только что совершенного преступления? Вы уже догадались? Что случилось тем вечером? Это была ночь, после которой Россию Ванингхоф больше никто не видел живой. Я начала что-то подозревать. Я рассказала о своих подозрениях родным, друзьям, сестре. Все они сказали, что я сумасшедшая, что Тони не мог такого сделать, что мне в голову лезут всякие глупости, что это я ненормальная, которая с чего-то решила, будто ее муж кого-то убил. Такой меня посчитали. В конце концов, Сесилия развелась со своим мужем. Женщина очень сильно волновалась и нервничала, когда рассказывала все это. 2003 год. Однажды ее бывший муж приехал к ней, чтобы забрать дочь. И женщина заметила рану на его руке, которая была перевязана. Это был тот самый день после исчезновения Сони Карабантес. У женщины были очень нехорошие предчувствия. Далее происходит следующее. В Каине пропадает Соня. И у меня появляются очень нехорошие подозрения. Потому что в тот день он пришел с повязкой на руке. Про Соню рассказали по телевизору. И мы с Дэвидом, моим парнем, слушали репортаж в шоке. С раскрытыми ртами. О нет, еще одна девушка пропала. Мы оба посмотрели друг на друга и хором сказали «Тони». Нас осенило одновременно. Это же Тони. После того, как у женщины приняли заявление, один из полицейских пошел к своему британскому коллеге Джону О'Нилу и спросил, знает ли тот что-то про Тони Александра Кинга. 14 сентября 2003 года Джону О'Нилу позвонил Тина Валабона. Тот связался с дежурным офицером в Лондоне. Полиция Лондона была очень встревожена. Джон О'Нил понял, что речь идет об очень опасном преступнике. В Британии Тони Кинг известен как Тони Бромвич, который совершил ряд изнасилований в Лондоне. Энтони, или как он себя называл, Тони Бромвич, родился в 1967 году. Он утверждал, что в детстве часто подвергался физическому насилию со стороны своего старшего брата. В 1986 году, когда ему было 19 лет, он был приговорен
К 10 годам заключения в центре для молодых правонарушителей за удушение и сексуальное насилие над 5 женщинами в районе Лондона в Холлоуэй. В 1985 году была совершена серия очень жестоких нападений на женщин в северной части Лондона, в районе Холлоуэй на севере. Они дали ему имя «Холлоуэйский душитель». Журналисты часто так делают. Но тут все было понятно и так. Преступник душил женщин. Насколько я помню, всего жертв было 7. Самой младшей девочке было 15. А самой возрастной женщине, кажется, слегка за 30. Полиция Испании поняла, что они находятся на верном пути. За Кингом установили наблюдение. Он работал в пабе. Жил со своей подругой испанского происхождения в городе Алаурин-эль-Гранде в 15 километрах от Коина. За пабом установили наблюдение. После работы он вернулся домой. Его дом находился возле школы. Там же неподалеку стояла его машина. И этой машиной оказалась Мазда, с британскими номерами и с разбитой фарой. Каким-то образом, не теряя времени, полиция добыла образец ДНК мужчины и сопоставила его с найденным окурком и с биологическим материалом, который был найден под ногтями Сони Карабантес. И эти образцы совпали с его ДНК. Спустя месяц после убийства Сони Кинг был арестован. И даже сразу признался в убийстве 2 невинных девушек. После того, как дело было закрыто, в Испании разгорелся крупный скандал. Прежде всего из-за того, что за убийство Россио Ванингхоф был осужден невинный человек. К моменту ареста Кинга Долорес Васкес уже была освобождена и ждала пересмотра дела, так как вердикт был отменен высшим судом Андалусии. Почему вердикт наконец-то решили отменить? Потому что суд наконец-то понял, что все улики против Долорес Васкес были косвенные. Они так и не сказали, что именно убедило их в том, что она была виновна. После 519 дней в тюрьме Долорес впервые выступила с публичным заявлением. Врагу такого не пожелаю. Я пережила ужасные времена. Долгие месяцы кошмара, о которых мне и говорить не хочется. Я провела 2 или 3 месяца в одиночной камере. Что тут еще добавить? Я не утверждаю, что меня незаконно арестовали. Я ведь была одной из подозреваемых, но и тогда, и сейчас мне нечего было скрывать. Меня привели на допрос, стали задавать вопросы, а потом начали убеждать. Это была ты. Мне очень настойчиво промывали мозги. Снова и снова. Они рассказали, что теперь со мной будет. Сказали, что меня ждет позор на всю страну, и мне никто не поверит. Пообещали, что меня ждет суд, и через 5-6 месяцев меня признают виновной. В итоге практически так все и вышло. Вердикт против Долорес выносился при полном отсутствии прямых доказательств, но и не был беспристрастным. Только вспомните, во многих телепередачах эту женщину обвиняли в убийстве, которого она не совершала. Обвиняли совершенно бездоказательно. Общественное мнение, навязанное прессой и телевидением, обилие информации не могло не оказать влияния на присяжных и судей, ведь они слышали, читали и видели все это каждый день. А если ты каждый день видишь по телевизору и в газетах подобные вещи, то ты действительно начнешь в это верить. Долорес Васкес, кроме негативных черт характера, приписывали качества, которые сделали ее мужеподобной. И придали этому негативный оттенок. Например, то, что женщина ходила в спортзал, имела хриплый голос, то, что она была властной и любила командовать. Согласитесь, очень многие люди по всему миру имеют такие же качества. Но ведь это не делает из них преступников и убийц.
Журналисты говорили, что Долорес была бесплодна, и обвиняли ее в зависти, что ее любимая могла иметь детей. И именно это и привело к убийству. Как видите, журналисты строили просто безумные предположения, опираясь на то, что Долорес предпочитала любить женщин. Мы были шокированы. Как можно было обвинить не того человека? Если у вас недостаточно доказательств, зачем обвинять кого-то другого? Но полиция Испании просто нашла удобного им человека, на которого скинули все обвинения, вместо того, чтобы тщательно продолжать расследование. А настоящий преступник был на свободе. Такая халатность в системе правосудия привела к тому, что для того, чтобы найти убийцу, пришлось умереть еще одной несчастной девушке. Потому что если бы они заявили об этом или продолжили расследование, а не зацикливались на одном человеке, они бы нашли убийцу. И смерти моей дочери можно было избежать. Тони Бромвич печально прославился в Англии тем, что совершил около 13 изнасилований, а после этого убивал женщин. Однако одна женщина выжила, и именно она опознала его. В 2003 году, когда его арестовали за убийство в Испании, я смотрела новости, и там сообщили, что был арестован британский подданный Александр Кинг. И я начала возмущаться и ругаться на телек. Я была недовольна. Нет, ну какой же это Александр Кинг? Это Тони Бромвич. Я не могла в это поверить. Знаете, еще раз повторю, это лицо мне не забыть никогда. Это было в 85 году. Поднимаясь по лестнице в свою квартиру, я оглянулась, и мне показалось, что там кто-то есть. Наверное, кто-то еще вызывает лифт. Понимаете? Обычное дело. Думаю, первый удар был самым тяжелым. Я упала на пол. У меня был перелом черепа. Он плотно затянул на мне шарф. И он начал меня домогаться, задрал блузку, засунул руки в штаны. Он не мог расстегнуть мои брюки, потому что я была беременна. И мои брюки были подвязаны шарфом. Мне как-то удалось встать. И он схватил меня за шею и начал душить. Он не произнес ни слова. И мои волосы растрепались, кровь была повсюду. Я не знала, за что схватиться, голова, руки. В конце концов, я забилась в угол и сумела выговорить: только не убивай моего ребенка. Я беременна, не убивай моего ребенка. И это был переломный момент. Я что-то в нем зацепила. И я тихо прошептала: давай, уходи, я никому не скажу. Просто уходи. Я никому не скажу. И он ушел. Бромвич, как его тогда звали, был арестован. И сначала, как и в Испании, на допросе он признался в содеянном. А потом уже на суде отозвал свое заявление.
Его приговорили к 10 годам, и в 1986 году посадили. Кажется, именно тогда завершился процесс, и в 1991 году он вышел на свободу. И через 3 месяца, кажется, его арестовали. За новое нападение на женщину, на сей раз вооруженное. Его обвинили в ограблении, хотя там был сексуальный подтекст. И он вернулся в тюрьму. Не прошло и года, как он снова оказался в тюрьме. И вышел, если я правильно помню, где-то в 1996 году. А потом несколько человек позвонили в британскую телепрограмму «Криминальный дозор». И хотите верьте, хотите нет, опознали его при совершении очередного нападения на молодую няню из Венгрии. Мы запустили «Криминальный дозор» в 1983 году, и я работал над ним, кажется, до 2007. Выпуск, в котором показали Кинга или Бромвича, как его тогда звали. Этот выпуск был именно эта часть о Бромвиче, о Кинге. Была просто записью с камеры наблюдения. Вечером в воскресенье, 3 недели назад, в Лизерхеде, в Сурее, на девушку напали, когда она шла домой. Полиция надеется, что кое-кто сможет помочь. Например, вот этот пассажир на станции Эпсом. Это было в 23:30, воскресенье 10 августа. Это вы или вы тоже были тогда на платформе? Если вы были в Лизерхеде или Эпсоме, звоните. Даже если не помните этого человека. И, пожалуйста, звоните прямо сейчас, если это вы или знаете, кто он. Я позвонила на передачу и сказала, что, кажется, я его знаю. Вернее, точно знаю. Но к тому времени, как они выяснили, где он живет, и отправили туда людей, он уже уехал из страны и направился в Испанию. Если 15 миллионов человек смотрят телевизионную программу, а твое лицо ясно видно на записи, или ты подозреваешь, что тебя засекли камеры наблюдения, самое разумное, как можно скорее уехать из страны. До нападения я пела в группе. Собиралась подписать контракт с Virgin. Но я потеряла голос. Наверное, когда приходится пережить подобную травму, одним из первых в результате переживаний страдает твой голос. Я больше не могла петь. Британская полиция обратилась к Испании с просьбой подтвердить его нахождение в Испании и передала им список преступлений, в которых он обвиняется. Британцы не присвоили делу статус особой важности и не просили об экстрадиции. Им было достаточно подтверждения адреса Кинга, а после этого они сообщили об этом в Интерпол. Преступления причинили людям много горя и страданий, особенно семьям Россио Ванинков и Соника Романтес, а также Долорес Васкес, которой пришлось пройти через ад. Я часто разговариваю с этим фото. Теперь она вечно смеется. И я говорю, ты всегда смеешься над мамой. Я говорю, ты моя красавица. Какая же ты красивая. Как грустно, что тебя нет со мной. И мне кажется, она улыбается и понимает. Она всегда радовалась. Постоянно целовала меня, обнимала и говорила, какая ты красивая. Такой она была. А теперь я осталась одна. Нет у меня больше дочери. Люди говорят, вы очень сильная. Как и ваш муж. Дело не в том, что я сильная. У меня нет выбора, кроме как жить дальше. Если рассматривать дело Россио Ванинкхоф с точки зрения проведения расследования, то можно увидеть, что гражданская гвардия, которая руководила расследованием, сосредоточила свое внимание на Долорес Васкес
которая, по их мнению, больше всех подходила под профиль предполагаемого преступника. Убийцу поймали только потому, что Соня Карабантес умерла, защищаясь, пыталась отбиваться. Тони Кинг выбирал своих жертв абсолютно случайно, а значит, те страдания, что происходили с девушками перед смертью, тоже произошли с ними по чистой случайности. Улики против Кинга были настолько серьезные, что он попал в собственную ловушку. Возможно, он просто жаждал внимания, ведь о нем постоянно говорили по телевизору, писали в газетах, и он упивался своей популярностью. Я помню, видел его по телевизору, как он обращался к прессе, когда его сажали в полицейский фургон. Он жаждал внимания к себе, а вовсе не терзался угрызениями совести или чувством вины. В 2005 году Тони Кинг был приговорен к 36 годам тюремного заключения за смерть Сони Карабантес и к дополнительным 7 годам за сексуальное нападение, не связанное с ее делом. В 2006 году он был признан виновным в смерти Россию Ванингхоф и был приговорен к 19 годам лишения свободы за это преступление. В одном из заявлений, которое Тони Кинг сделал во время расследования, он пытался обвинить во всем Долорес Васкес и повлиять на суд, чтобы снова втянуть ее в разбирательство. Я ничего не знаю об этом человеке, я не знаю его. Однажды меня уже линчевали. И теперь я до смерти боюсь, что это повторится. Я невиновна, господа. И я хочу, чтобы суд признал мою невиновность, чтобы мне не нужно было оправдываться. Не нужно было никому ничего объяснять. Но общественное мнение и граждане Испании требуют, чтобы вдобавок ко всему прочему, я еще и доказывала свою невиновность. Ради моей России, ради Сони и многих других женщин. Была теория, что Кинг действовал в паре с другим мужчиной, но потом эту информацию опровергли. Он действовал один, каждый раз он выходил на дело один. Он поймал этих девочек, напал на них, а потом убил. Я получила возможность высказаться. Думаю, это должно помочь мне закрыть для себя эту тему. То, что случилось со мной, достаточно важно, чтобы вы об этом узнали. Повезло ли Долорес Васкес? Или не повезло? С одной стороны, если бы не произошло второе убийство, она бы еще много времени провела в тюрьме. Каким был бы исход во время повторного слушания, если бы настоящего преступника так и не нашли? Сегодня суд Малаги оправдал Долорес Васкес в деле об убийстве России Ванингхоф. Это должно положить конец 4-летнему испытанию Васкес. Никто из журналистов, которые сочиняли о ней отвратительные слухи, никто из них не извинился перед Долорес. Никто из журналистов, сочинявших о ней оскорбительные ужасные статьи, не сказал: «Мы ошиблись, это ужасно». Как же мы могли так потерять голову? Так могла сказать только я или участники нашего движения. Это ужасно, мы так ошибались. Кого-кого, а нас не должно было захлестнуть это безумие. Но никто этого не сказал. А сказали: ну и ладно, убийцу нашли. Забудьте про эту женщину, надо жить дальше. И да, это тоже ужасно. После проведенного времени в тюрьме государство не предоставило Васкес абсолютно никакой компенсации. Кто причиняет вред, первым должен извиняться. А система совершенно точно нанесла вред. Но государство не представило ей никакой компенсации. Думаю, это серьезная ошибка. Во всех странах, если невиновный человек провел свои лучшие годы жизни в тюрьме, то государство обязано выплатить этому человеку денежную компенсацию за каждый год, который он провел в тюрьме. Например, в Великобритании максимальная возможная компенсационная выплата на сегодня составляет 500 тысяч фунтов. Это около 811 тысячами долларов. В США у каждого штата своя система компенсаций. В Луизиане компенсация составит 15 тысяч долларов за год в тюрьме.
В Висконсине закон не предполагает компенсацию выше 25 тысяч долларов, вне зависимости от длительности тюремного заключения. В штате Нью-Гэмпшир эта сумма еще меньше. Она составляет всего 20 тысяч долларов. В Калифорнии платят по 100 долларов за каждые сутки, проведенные в тюремной камере. В России, например, можно получить компенсацию, только обратившись в суд. Я не смогла найти точных данных о том, сколько бюджетных средств расходуются на компенсацию ущерба жертвам таких судебных ошибок. Если вдруг вы знаете эту информацию, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Спустя 10 лет после освобождения Долорес Васкес, никто так и не попросил у нее прощения за то, что ее посадили в тюрьму. За все те обиды, унижения, за все слова, что выкрикивали ей вслед. Моя битва не окончена. И дело вовсе не в материальной компенсации, а скорее в том, чтобы показать испанскому обществу, что я абсолютно невиновна, и так было всегда. Чтобы я могла ходить по улице, и на меня не косились. Чтобы пока я примеряю туфли в «Эль Корте Инглес» или каком другом магазине, через 20 минут вокруг меня не собиралась толпа женщин. Гляньте, кто здесь? И я все еще жду, пока кто-то попросит у меня прощения. Ну что, друзья, как вам история? Очень сложная и запутанная, правда? Я долго готовила это видео, потому что в интернете очень мало информации по этому делу. И практически во всех источниках информация написана под копирку. В интернете существует всего лишь два видео, посвященные этому делу. И не вся информация достоверна, а некоторая и вовсе неверна. По большей части подготовить это видео мне помог документальный фильм «Убийство на Коста дель Соль». Поэтому, если вы тоже захотите побольше узнать об этой истории, то лучше посмотрите этот фильм. Чем дольше я работала над этим видео, тем больше понимала, что оно будет очень интересным. Давайте пообщаемся с вами в комментариях. Может быть, вы знаете еще какую-то информацию по этому делу, которую я забыла упомянуть. Считаете ли вы, что Долорес Васкес все-таки могла быть причастна к убийству Рассио Ванингхоф? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Также, если у вас есть история, которую бы вы хотели, чтобы я рассказала, обязательно пишите о ней под этим видео. А я, в свою очередь, постараюсь как можно более подробно ее описать. С вами была Виолетта на своем канале «Тайное место». Я вас люблю, целую и обнимаю. До новых встреч!